Всем привет! Меня зовут Самира Запунян, и это мой первый урок курса «Разреши себе танцевать». Этот курс абсолютно бесплатный для всех желающих, кто хочет научиться красиво танцевать. Я решила поделиться своими знаниями с тобой. И на первом уроке мы разберем базовое положение корпуса, головы, ног и бедер. Базовые движения, постановка корпуса очень важна. Когда мы научимся это делать, мы с вами сможем красиво танцевать, нести себя достойно и чувствовать себя грациозно. Итак, давай начнем. Ноги ставим на ширине плеч, слегка на ширине плеч. Колени делаем мягкими. Как делаем колени? Мы не приседаем сильно, да? Мы слегка делаем маленькое-маленькое плие, это называется. Маленькое, вот такое, слегка. То есть раз, два, раз, два. Если вам тяжело держать колени в таком положении, потренируйтесь. Чуть-чуть сгибаем, разгибаем, сгибаем, разгибаем. Раз, два, три, четыре. После коленей мы переходим к бедрам. Бедра нужно слегка подкрутить вперед, но не нужно при этом зажимать ягодицы. Ягодицы у нас слегка расслаблены. Два бедра мы подкручиваем вперед. Оп! При этом ягодицы мы не зажимаем, ягодицы слегка расслаблены, копчик вперед. Не выпираем назад, да, попой, а наоборот вперед подкручиваем, раз. Это нас расслабляет, наши бедра, снимает стресс и делает наши движения более раскрепощенными в дальнейшем. Это обязательно нужно научиться это делать. Давайте попробуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Если у вас будет положение вот такое, да, попа назад, вы не сможете двигать правильно и красиво, делая упражнение или движение в танце. Поэтому мы бедра расслабляем и подкручиваем вперед копчиком вперед. Получается, у нас ножки на ширине плеч, мягкие колени и подкрученные бедра вперед. Далее мы переходим на корпус. Выпрямляем спинку, опускаем плечики, соединяем лопаточки вместе, раскрываем ручки в стороны. Локоточки чуть-чуть мягкие, то есть не ровные вот такие руки, как палки, а мягкие локоточки, пальчики расправлены. Далее носик у нас мы поднимаем наверх, оп, смотрим как бы свысока. В таком положении мы будем делать все движения в восточном танце. А сейчас давай закрепим с тобой все эти движения воедино вместе со мной. Поехали. Итак, ножки на ширине плеч слегка, да, широко не расставляем, слегка на ширине плеч. Колени мягкие, немножечко, да, приседаем. Бедра у нас подкручены, копчик вперед, оп, ягодицы не зажимая. Выпрямляем спинку, собираем животик слегка, сильно не втягивайте, слегка. Плечики опускаем, лопаточки соединяем, ручки в стороны, локоточки слегка мягкие вниз смотрят. Носик приподнимаем наверх, положение головы. И вот наше базовое положение, на которое мы будем обучаться, изучать другие последующие движения в восточном танце. Если вам важна такая информация, такой контент, пожалуйста, поддержите меня, напишите в комментариях, поставьте лайк, подпишитесь. Для меня очень важно ваше мнение и обратная связь. Я хочу вас слышать и видеть. А следующий урок я сделаю крутую классную разминку, где мы разберем с тобой 10 классных упражнений для того, чтобы разогреть свое тело для танцев.